Права потребителей в России защищают, конечно, круглый год, однако 15 марта особенно. В этот день отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Каждый год определяется тематика этого дня. Подробнее Ольга Пырочкина. Возлюби салаты, обезжиренный творог, как самого себя, да возрадуйся сырой моркови во имя огурцов, капусты и святой минералки – кефир. Гласит шуточная молитва о здоровом питании, о том, что есть полезно, что не очень, россияне знают хорошо. Только вот составлять рацион, основываясь на этих знаниях, не спешат. Еще раз напомнить, нехитрые правила решили в Роспотребнадзоре. «Сфокусируй свои права на здоровом питании» – так звучит девиз Дня защиты прав потребителей 2015. Еще 5 лет назад в стране приняли серьезный документ под названием «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации». Ее цель – обеспечение населения страны качественной сельхозпродукции, рыбы и прочим продовольствием. Причем невзирая ни на какие эмбарго. Показатели качества и безопасности продуктов по Чувашской республике не превышают среднероссийские показатели, что позволяет сделать вывод об относительном санитарно-эпидемиологическом благополучии в области безопасности пищевых продуктов в Чувашской республике. По физико-химическим показателям качества продукции исследовано 2681 проба, из них требованиям технических документов не отвечали 98 проб, что составляет 3,6%. Хуже всего дела обстоят с рыбой и рыбными продукциями. 28% исследованных проб не соответствовали норме. На втором месте антирейтинга – молочные продукты. 4% проб не прошли по содержанию белка, жира и растительных стеринов. На показатели фальсификации, то есть наличие в молочной продукции растительных жиров, не указанных производителем в составе продукции на этикетке, исследовано 464 пробы, не соответствовало 34 пробы. Из них только 2 пробы чувашских производителей и 32 пробы молочной продукции производителей других регионов. Такие данные побуждают обратить внимание на лозунг «Покупай чувашское, выбирай родное». Проверки на радиоактивность, тяжелые металлы, содержание токсинов и антибиотиков опасных продуктов в республике не выявили. Кроме того, в 2014 году жители Чувашии меньше травились алкоголем. Таких случаев зафиксировано 1065. Кстати, на качество и безопасность продукции влияет и срок годности. Тут, как говорят, на государство надейся, а сам не плашай. Жалобы на это и другие несоответствия принимают в Роспотребнадзоре. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев. Республика.